Большой интерес у студентов вызывают тренинги, конференции, семинары, которые проводят люди с опытом. На этот раз поделиться знаниями приехал ведущий бизнес-тренер федеральной программы «Ты предприниматель». Участникам помогают принять решение, станет ли предпринимательство основным делом всей жизни. В рамках этой программы проходит очень много различных мероприятий. Первое – это те инфоконференции, которые мы молодым людям сообщаем о этой программе. То есть практически в каждом регионе нашей Башкирии молодые люди от 18 до 30 лет узнают про нашу программу через соцсети, через СМИ и так далее. Участниками конференции стали около 100 студентов Башкирского государственного университета и молодые предприниматели. Многие студенты заинтересованы в открытии собственного бизнеса, но не могут найти идею для проекта. Образовательная часть федеральной программы помогает не только придумать бизнес, но и воплотить задуманное. С помощью полученных знаний участники смогут написать свой первый бизнес-план. Образовательный день программы «Ты предприниматель», которая позволила мне узнать очень много об образовательной части, то есть как подготовить себя и также как собрать команду для организации своего бизнеса. Меня очень мотивировала идея именно предпринимательства. Это довольно интересная, бурно развивающаяся отрасль нашей республики. На территории Башкортостана программа «Ты предприниматель» действует на протяжении 6 лет. В прошлом году 125 предпринимателей открыли свое дело в рамках программы. Нефтекамский предпринимательское сообщество ведет активную работу. Это было отмечено ведущим бизнес-тренером федеральной программы. В этом году 175 начинающих предпринимателей смогут открыть свое дело с сопровождением специалистов. В их числе может оказаться и нефтекамская молодежь. Анастасия Ка, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».